ласка, за традицією, зараз тренер Ростей у нас. Короткий аналіз з вашого боку гри, а потім будуть запитання і відповіді. Короткий аналіз. Що я можу сказати? Наша команда вийшла в відпуск досрочно перед вашою грою. Зв'язано, є багато факторів, були травмовані, є болі люди. Очень сложный календарь в концовке у нас попался, поэтому очень тяжело было выводить после Севастополя. Их уже фактически сложно было выводить на Сумы, на Буковину, к сожалению, вывести не смогли. Дальняя поездка еще. Просто люди, те, которые составляют календарь, они немножко должны думать не только о календаре, а думать о командах, которые принимают участие в чемпионате. Потому что играть по 7-8 игр за месяц для первой лиги – это очень сложно. У нас нет такого количества футболистов, чтобы мы могли ставить два разных состава на игры. Игра получилась, я думаю, для зрителя интересная. 7 забитых мячей. Хозяева превосходили нас, будем говорить по всем статьям. Ну, это футбол. Это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Сделаем правильные выводы. Земля круглая, мяч тоже круглый. Будет следующий год, будут другие результаты. Поэтому вашей команде пожелаем удачи. Хотелось бы пожелать ей другой инфраструктуры, другого стадиона, базы, тренировочного поля для того, чтобы команда играла в премьер-лиге. Я думаю, что город Черновцы заслуживает того, чтобы клуб играл в премьер-лиге. Поэтому это то, что я могу сказать на сегодняшний день. Я забыл все заливальники. Ну, Владимир Иванович, у нас тут... У меня слин нема. По игре или вы... Вообще, ну, давайте это самое. Вот, а что по игре говорить, да? Давайте сразу вопрос. Хорошо, поддерживаю, по игре нормально. По сезону, ну, задачу выполнили. Да, конечно, могли, стремились к... занять третье место, учитывая то, что много потеряли в первом круге, было тяжеловато. Но, тем не менее, команда показала, что может играть в футбол атакующий. Ясно, что есть еще ошибки, но будем работать. Хотя видно прогресс, и ясно, что сборы покажут. Следующий чемпионат на правильном пути или нет. Будут запитания, будь ласка. Скажите, пожалуйста, останутся ли в команде лидеры? Кого имеете в виду? Ну, начинаем с Платона, потом продолжим с Антропинских, Донец. Все футболисты, которые определяют на сегодняшний день рисунок игры, останутся на следующий сезон. Плюс есть договоренность, мы отойдем от формата подписания футболистов на один год. Будем пытаться подписывать на более длительные сроки, чтобы можно в будущее смело смотреть, чтобы не происходила такая ситуация, которая была прошлым летом, когда мы потеряли почти всю команду. Есть один арендованный, очень хороший, талантливый футболист Абритаров. Вы не знаете, собирается ли Севастополь его забирать назад, или все-таки Резван продолжит свою карьеру в Буковине? Пока. Ну, я знаю одно, что у него есть большое желание играть в Буковине. Планы на наступный сезон, задание? Я не знаю, я еще не встречался с руководителями, они не ставили задачи. Так, в двух словах, как бы обрисовали, что они хотят видеть, и мы что хотим видеть. Надеемся, что диалог не будет односторонний. Есть вопросы, которые мы ставим, есть вопросы, ясно, что ставят люди, которые управляют процессом в плане финансового. Ну, я думаю, что мы договоримся. Ну, ясно, что есть планы, но все будет зависеть от финансов. Понимаете, они посредственные футболисты в команду, которая ставит там даже задачи в пятерку попасть, то они идут. Но ясно, что мы хотим приобрести лидеров. Ну, на сегодняшний день мы подписали контракт уже. У нас есть приобретение. Это, ну так, чтобы не рекламировать, это бывший капитан Крым Теплицы, это Леша Дитятин, мы его уже подписали. Можно так сказать, мы его выиграли в борьбе с Слуцкой Волынью. Они пытались его подписать, но Виктор Борисович оказался в этом плане быстрее. И, ну, я считаю, что это будет
усиление. Ну, от него все зависит. Имена в футбол не играют, как будет работать, так будет играть. Обещают ли местные власти какое-то улучшение условий? Да, ну, это не, вот это точно вопрос не ко мне. Как бы я бы тоже хотел, чтобы оно двигалось. Но учитывая то, что что-то уже сдвинулось с мертвой точки, вот видите, нас заливало, и Виталий Михайлович выделил деньги, я знаю, там, ну, немалые, и вот потихоньку начинается реконструкция стадиона. По крайней мере, я думаю, там месяц-два, не знаю, этого картины уже не будет. Сверху наведут порядок и обещают, что здесь наведут нам ремонт. Вы не будете приходить уже в это, в эти помещения, которые пахнут грибами, не знаю, какого сорта. Ну, так, ясно, что экономическая ситуация в стране, мы прекрасно понимаем, что требовать многого нельзя. Но минимум тот, что должен быть у команды пятого места, которое ставит, ясно должно быть. Поля, там, где переодеться, как восстановиться. В этом плане еще раз есть работа. Не такая масштабная, но она есть. Все запитания? Все? Ну все, я еще раз дякую. Мы вас благодарим. Вам удачи. Так играл, так забывал.